Ой, долго мы разговаривали с доктором. Такой пожилой дяденька. Смотрите, мои хорошие, зацветают. Ну что, я ему сказала свое мнение вначале. Он меня посмотрел и сказал: коллега, мое мнение совпадает с вашим. Это я к тому, что мне писали. Как вы можете ставить диагноз сами? Могу. И вы знаете, практически никогда не ошибалась. Но все тут не так легко в Черноморске. УЗИ будет только в следующее воскресенье. И с утра я сегодня, чтобы выпить таблетки, я кашки поела немножко. Вот. А он мне выписал печёночные пробы. Надо сдать. Поэтому придется завтра еще ехать с утра. Ой, боже мой, какая красота! Ну так правильно, конец марта уже. Уже в это время вовсю все цветет. А тут чего-то холодно и вот так вот. Да. Вот сейчас надо будет в магазин сходить. Рыбу я купила вчера, но мне почему-то ее совсем не хочется. Этой рыбы. А у меня ничего нет в холодильнике. Что-то же есть-то надо. Ой, боже мой. Боже мой. Какая красота. Так, ну что, я теперь так и буду идти по этому, по всему ряду. Ладно, надо выходить на дорогу. Вот так. Да, он говорит, да, полный букет у вас заболеваний. Ну, что делать? А сам смеется. Говорит, вы думаете, я тоже говорю людям, что об этом надо было думать еще лет 15-20 назад. А сам-то ведь такой же, слаб человек. Да. Понимаем, но почему-то не делаем, да, так как надо. Ой, какой ветер холодный задул. Ой-ой-ой. А, какой-то опять магазин строят. А куриные убрали. Куриный. Смотрите, и плиткой все заложили. Я тут каждую весну радовалась, тут цветы росли. Ну вот вдоль, вот здесь вот, около дороги, вот, ну вот как там. Только цветы росли, все нафиг, забетонировали. Так, ну ладно, лапуськи мои, сейчас я в магазин схожу. Да домой поеду. Ой, какой ветер холодный.
Ой, говорю, хорошо, хоть вот тут дорожку выложили напротив автостанции. Вечно я тут ходила, спотыкалась. Она была прям убитая. А теперь вот идешь ровненько. Холодно сегодня, плюс 6. И прям такой ветер ледяной порывами. Да. Смотрю, не Толик там стоит. Вон транспорт какой. Вон поехал человек. На маленьком таком трехколесном. И поехал себе и поехал потихонечку. О, солнышко выходит. А я в свой любимый дворик сейчас зайду. Ой. Господи, маленький, маленький, беленький. Боже мой, прелесть какая. Какая прелесть. Это еще персики не цветут с абрикосами. Ой, зато уже, смотрите. Вот здесь тепло, видите? Тут тепло в таком дворе. Он такой закрытый, посмотрите уже. Нарциссы цветут. Мелкие, правда. Ой-ой-ой, тут прям тоже зацветают. И там вон. Вот оно, да, в Черноморске оно... Раньше все зацветает. У меня, видимо, все-таки ветер со степи, что ли, с этой. Ну, хотя тут тоже не сказать, чтобы тут ветра не было. Тоже есть. Ай, хорошенькие какие, не могу. Ой, какие хорошенькие, маленькие. Господи. Ну, боже мой, первые нарциссы в этом году. Вон какое дерево-то издалека-то, близко, когда снимаешь. Ну, они ветки так реже, а издалека-то вон как невеста стоит. Я помню, когда мы были на Канарах, а были мы в январе. И ехали на машине на Тейде, на вулкан наверх туда, по этой, господи. Ну, по дороге-то по горной, по серпантину. И вот так вот проезжали, вот такие деревья стояли в январе белые. Не знаю, что за деревья, но вот такие белые. Ну, значит, скоро все зацветет. Такой кот охреневший, с такими вылупленными глазами, с таким носом. Господи, кто ж такого сделал страшенного, батюшки-то мои? Вот они. Вот они. Красавцы. Ничего, мои дорогие. Дождемся весны. Даже у тех, у кого снег лежит, сейчас все равно. Вон они уже.
все расцветет, и все будет как всегда. Это мы, люди, уходим. А природа, она... Конечно, люди как могут портят все вокруг. Она все равно выживает. Упала девушка. Ракушка отбилась, ее поставили. Видите, к дереву прислонили. Так, ну ладно, пойду я в магазин. Да, крокодайл. Да позвоню Толику, поеду домой. Таблетки пить. А вот это какая будет красивая. Висеть будут. Кисти такие. Ладно, я уже дошла до пуда. Пойду в магазин. Стою сзади машины. Ребята подходят и говорят: тетя, вы отойдите, а то, знаете, он водитель молодой. Ой, не могу. Так, точно молодой. Ой, не могу. Так, еще разочек. Ну. Ну, давай, чего ты? Молодой водитель. Я говорю, в городе уже деревья цветут, а у нас... А у нас голытьба. Маленькие, вот я тебе вижу. Ветер же за городом. А там абрикосы эти маленькие давно я видел, дня на 4 назад где-то. Да? А около вот против пуда, так там я когда позавчера ехал с ней, со своей, смотрел уже как расцвело. Все полностью. Да. Ну, абрикос такой большой.